Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я покажу вам заказ Faberlic по 10 каталогу 2015 года. И этот каталог уже закончился, сейчас начался 11. Я в нем делала заказ уже под самый конец, забрала его только вчера. У меня тут совсем немножко продуктов, также у меня заказала подружка, и я ей отдала. Я вам сейчас кратко просто прочитаю то, что она... То есть не смогу показать продукт, но могу прочитать, что она взяла, и сказать коды. И также, может быть, кому-то интересно сказать, чего не было. Так, первое, что она брала, это был скраб для губ из серии Eye to Eye. Номер его 4558, 89 рублей. Также она брала средства для чистки плит и духовок, 4 единицы 9 код, за 125 рублей. Не было геля для душа оранжевый Мехико за 79 рублей, там была акция на геле. Также она взяла два крема дневной и ночной 50+, за 99 рублей вышло, это 0842 и 0841. И последнее, что она брала, это универсальный порошок 11318, это за 399 рублей. Ну, просто кратко я вам сказала, что у меня были здесь какие продукты. И теперь перейдем непосредственно к тому, что еще было у меня в заказе. Во-первых, то, чего не было в 10-м каталоге, но было представлено в 11-м, но оказалось на складе. Это вот такая вот серия. Меня взяла подружка Брис Д'Амур. Паста шла там по 89 рублей, не по 59, как обычно. Вот, взяла она такую пасту. Ну, все, наверное, знают, как она выглядит. Код ее 8718. Идет она, по-моему, насколько я помню, вот так выглядит. И она, по-моему, идет, да, зафолигированная. То есть показать ее я вам не смогу, но, по-моему, она идет красного цвета. У меня такой пасты не было. Но я Кристиночке послала в посылке, надеюсь, понравилось. И также у меня ее берут уже не первый раз. Так, и из этой серии она еще взяла себе гель для интимной гигиены обычный из серии Брис Д'Амур. Это здесь у нас будет 200 мл. Артикул 8711. Этот гель также хороший считается. Ну, то есть я знаю, что в основном он хороший, его часто берут. И последний, третий продукт, это вот такой вот гель для душа с афродизиаками. По запаху я посмотрела, в принципе, этот гель неплохо пахнет. Вот такой вот он имеет дозатор. То есть, вернее, не дозатор, а открывашечку такую, не очень, конечно, удобная. А гель для интимной гигиены имеет уже вот дозатор такой, более удобный. Аромат приятный такой. Для меня цветочный, ненавязчивый, в принципе, неплохой. Эта подруга у меня уже берет эту серию второй раз. И сейчас я вам покажу то, что у меня уже берут, я не знаю, другая подруга, уже не знаю, раз, наверное, третий, четвертый, но много раз берет вот такие вот гели. Были они по акции. Эти гели 320 мл стоили 79 рублей. Этот аромат, она также повторяет, по-моему, второй раз. Слива Мэйхуа и белый жасмин Мелодия Мэйхуа. Так он выглядит, красивый, хороший гель. Значит, здесь и приятный имеет аромат, я его знаю. Артикул 8464. Да, пахнет очень приятно, цветочками, сливой. Хороший гель. И еще один гель она взяла себе, тоже, по-моему, повторно уже второй раз. Это турецкая ривьера, морской бриз и зеленая сосна. Он уже более свежий, идет такой нейтральный запах. Подойдет, мне кажется, он как для мужчин, так и для женщин. Она, по-моему, также берет своему парню. Вот, в общем, хорошие гели. Могу их посоветовать. И вот три продуктика осталось. У меня будет видео очень коротенькое, которое я взяла себе. Вот. Один, это я взяла даже не себе, а сыну. Вот такая вот зубная паста «Астронавтик». На нее, конечно, цена была... В этом каталоге в 10-м 89 рублей, в 11-м будет 59. В 11-м я не буду каталоги делать заказ, возможно, сделаю в 12-м. Так вот, вернемся к пасте. Паста это была 89 рублей, но вообще все эти три продукта, которые я взяла, мне достались бесплатно, потому что у меня этот заказ окупился. Вот, у меня не часто так бывает, то есть я не добавляла своих денег, а только с клиентских денег, поэтому у меня окупился заказик. Так вот, паста 3 плюс Астронавтик, созвездие Бубльгум. С 3 лет
50 мл, артикул 2316. Пока не открывали, все-таки решили туда делать уже до конца и потом открыть. Идет здесь зафольгированная эта паста. Даже через этот приятно пахнет вот сладкой такой жвачкой. Очень хороший, приятный аромат. Думаю, что понравится. Коробочку я сыну эту вот пластиковую уже показала. И он сказал, что вот это вот не шарик, а мячик. Вот. В общем, вот так вот. Такая интересная паста. Ой, извините, паста. Так. И еще я взяла из новой серии. Ну, для всех она, конечно, уже не новая. Для меня она новая. Этна Ботаника. Вот такой взяла тоник для лица. Увлажнение тонус. Цветы Тиаре, ягоды Годжи, масло Карите. Пока не пользовалась. Это 30+ серия. Сейчас попробую показать, что здесь написано. Сегодня солнышко, у нас должно быть видно более-менее хорошо, я надеюсь. Артикул 0827, 150 мл. Пока идет этот тоник в запас у меня, я им не буду пока пользоваться в ближайшее время, потому что сейчас у меня есть тоники. Могу сказать аромат. Если честно, аромат такой типичный для Фаберлик, я, наверное, ожидала чего-то большего. То есть не то, чтобы он мне не понравился, но хотелось бы что-то, может быть, более оригинального, наверное, скажем так. Ну, в общем, аромат неплохой, но как-то что-то ничего такого особенного. Так, ну и можно посмотреть, сейчас пенится он. Да, он пенится, этот тоник. Сам по цвету он, по-моему, прозрачный. Да, ближе к прозрачному. В общем, вот. Но пока не могу сказать, как он в действии. Расскажу попозже. И последнее, что я себе взяла, потому что, как я сказала, заказик небольшой, это была капсула. Вот, но сейчас меня нет в кадре по причинам таким немного, скажем так, банальным, то, что нету времени готовиться, вот снимать сейчас, скоро мне уже за сыном бежать, у меня здесь очень много дел и по дому, и по другим там, в общем, обстоятельствам. Дел полно, вот, даже вот как-то и раньше бы могла бы отдохнуть, что-то посидеть там, посмотреть. Нет, сейчас у меня дел много, поэтому я вот не успеваю снимать видео пока в таком формате, но я, конечно, сделаю такое видео, может быть, когда будет возможность, я вот, может, на следующей недельке сделаю такое видео, либо через пару недель, где я буду в кадре. Вот, потому что все-таки уже соскучилась, надо показаться и рассказать кое-какие новости. Но, конечно, еще хочу сказать, что успела я покраситься. Вот, поэтому в кадре не появилась. Но вот мне, я покрасилась не в салоне, не в парикмахерской на этот раз. Я купила сама краску. И покрасилась я, меня покрасила сестра, но у меня парикмахер. Так вот, к чему это сейчас рассказываю? Потому что вот я взяла капсулу, и она уже сейчас мне не нужна, я ее оставлю на следующее окрашивание, это будет через пару месяцев, я думала, пару месяцев, она 2 месяца спокойно полежит, и потом я буду краситься процентов 80-90 в тот же самый тон. То есть я пока точно не знаю, но я хочу краситься в тот же тон, в который я красилась сейчас. Вот, эта капсула номер 4, я взяла ее для волос, лишенных блеска. Блеск у меня волос есть, но не такой, как мне хотелось бы, поэтому я взяла эту капсулу попробовать, ее многие любят. Она идет такая, там не какие-то даже небольшие блестки содержатся. Сейчас не знаю, будет видно или нет. Такая вот она красивенькая. Вот. Хорошая. Буду ее пробовать, но не сейчас, а также намного позже. И второй раз я, наверное, также не пойду в парикмахерскую, а приеду к сестре, покрашусь, мы уже с ней договорились. Это будет, наверное, примерно в конце сентября. Тогда я с собой возьму эту капсулу и там ее испробую на деле. Я уже брала до этого зелененькую первую, по-моему, пару раз. Вот. Но краску в этот раз я брать не стала. Кстати, вот еще сейчас я вам покажу, что здесь написано. Потому что я взяла другую краску на пробу. Вот, и то, что сзади написано. Сама эта капсула годная 24 месяца, то есть я вполне успею через пару месяцев потратить. Вот такой у меня был небольшой заказик. Надеюсь, вам он был чем-то интересен, полезен. Огромное спасибо вам за комментарии. Желаю отличного настроения, солнечной погоды.
поменьше дождей, а лучше, чтобы их вообще не было. И до новых встреч!